сегодня у меня для вас рецепт имбирных пряников. Будем готовить на осеннюю тематику, но вы можете сохранить основной рецепт самого теста, чтобы потом приготовить такие пряники, скажем, к Новому году. Вообще-то рецепт очень простой. Начать нужно с муки. Высыпаем ее в миску, затем добавляем соду, корицу и имбирь. Сливочное масло взбиваем с сахаром, причем для этого не обязательно использовать миксер, можно и просто обычным венчиком. Ну а затем добавляем мед, чайную, даже больше, столовую ложку и яйцо. Ну и все, теперь остается смешать сухую и жидкую часть теста, а потом замесить его и отправить в холодильник примерно на полчаса, чтобы оно отдохнуло. Так как у нас осень, то и вырезать фигурки будем на осеннюю тему. Удобнее всего раскатать пергамент, положить тесто, накрыть опять же листом пергамента, раскатать и потом уже вырезать фигурки. Я долго думала, что же выбрать в качестве фигурок, и выбрала нейтральные. Это цветы, звездочки, сердечки, и от руки вырежу пару карандашей. Отправляем печься пряники ровно на 7 минут при 180 градусах. Глазурь может быть покупная, это обычная такая пасхальная глазурь, либо же можно сделать самостоятельно. Для этого нужна сахарная пудра, крахмал, лимонный сок и один белок. Делаем краски и будем уже расписывать, собственно говоря, наши пряники. Украсить пряники – это то еще себе дело, заняло оно немало времени, но скажу честно, что тесто пряников очень даже вкусное, и как отдельные печеньки их стоит определенно печь.